В Израиле принято обращаться в муниципальные органы власти по поводу замеченных нарушений правил общежития. Загрязнение улиц, загромождение проездов, неправильной парковки машин, ну и так далее. Это ни в коем случае не считается стукачеством, а наоборот приветствуется и поощряется. Знал об этом и житель израильского города Кирьят-Бялик Офер Мишаев. Он заметил рядом со своим домом брошенный кем-то строительный мусор и позвонил в мэрию. Неравнодушный гражданин предложил муниципальной службе очистки вывести мусор, а также найти виновника беспорядков и наказать его. Заявитель, разумеется, сообщил свой адрес, фамилию, имя и номер удостоверения личности, ну так положено. Инспектор явился буквально через пару часов. И первое, что он сделал, это наклеил на дверь Мишаева квитанцию о крупном штрафе за загрязнение общественного пространства. Рублем, то есть шекелем, ударили по образцовому гражданину. Офер Мишаев подал в суд на муниципалитет и потребовал 20 тысяч шекелей, около 6 тысяч долларов, в качестве моральной компенсации. В ответ мэрия заявила, что, во-первых, не в курсе действий своего инспектора, во-вторых, не отвечает за его произвол, а в-третьих, понятия не имеет о судебном иске. «Я не я и лошадь не моя» – эта русская поговорка вряд ли поможет руководству израильского города. Отвечать ему придется, но подаст ли пострадавший гражданин еще раз сигнал о нарушениях такому городскому начальству? А жаль, порядок ведь прежде всего.